Всем привет! И с вами снова Губа, в данном случае звезда Патрик. И мы пиздец как радуемся возвращению. Что? Активация Windows. Я не обращаю внимания на табличку справа внизу, потому что это табличка справа, и она не нужна. Так, продолжаем собирать трусы Патрику, которые не нужны. Ага, вот все, я вспомнил, как тут надо делать все. Тихо! Че, блядь, Патрику? Так, тихо, убегаем. Блядь, какой-то Патрик тупорылый. А, мы что-то были уже, нет? Че вообще надо делать здесь? Мы же уже вроде губой все прошли тут. Ты че, слышь, блядь? Тихо. Подожди, я прошел уже тут все. Ах ты. Смейся, блядь. Я прошел. А куда идти-то надо мне, алло? Че, блядь, я не понял. Туда? Да не надо меня бить. Я морская звезда, я тебя съем. А Патрик может в это или не может здесь? Подожди, ну мы же оттуда пришли же, ну. А, не, нихуя. Все правильно, нам сюда. Че ты хочешь? Это метательный фрукт. Патрик может его подобрать, метательный фрукт, и бросить. Нажмите B, чтобы подобрать ближайший метательный фрукт. А затем нажмите снова, чтобы его бросить. Я, кстати, заметил, что... Да иди нахуй. Да я понял все. Этот... Спанч Боб-то заходит. Остальные игры не заходят, а Спанч Боб, блядь, пиздец как заходит. Бери еще его арбуз. Метательный джуз. Так, что надо? Патрик также может подбирать и бросать идолы, но только тех, на которых не стоят другие тики. Что ты мне, блядь, раньше не сказал? А, все. Ну это и куда? Так, мышь, иди, уйди. О, нихуя себе, Патрик. Так. Это чё, блядь, заебать? Ты чё, ёпта, блядь? Ты чё за хуесос усатый? Да убери ты нахуй эту звезду. Тьфу, эту. Не мешай мне. Чё это за усатая... Общество, блядь, пришло ко мне. Иди там свой этот. Где там этот усатый обитает? Простоквашино, там тусуйся с котами там. Матроскиными, блядь. Бери этот дыню. Прикинь, пришел такой чистый, короче, вазелин. Че кого? А че ты не прыгаешь с этим джусом? Ой, блядь, а ему похуй, гля. А чё это? Да иди ты нахуй от меня. А, подожди. Так это он, нет? Это он меня отхерачил или не он? Он же тут ходил. Или это просто такой, короче. Чё, кого чисто? Не, ну он же тут был, нет? Или... А, бля, это медуза была же, да? Бери. Прыгать не умеешь. Медуза была, точно, точно, медуза. Бля, извини тогда, усатый, я... Ну, короче, я перепутал просто тебя. Ну, ничего страшного, для профилактики полезно. Это что такое? Да не, давай мне обратно этого, слышь, жировасса. Где, как? Чё, блядь. Это автобусная остановка, да понятно. А давай мне обратно Патрика. Он, конечно, тупой, но ладно. Так, берем еще. Да нахуя ты его? Да повозьми ты его. Да не... О. А как это? Вот. Теперь нет. Он сейчас... В смысле? Ну, то есть... А! Да ёб твою мать. Ой, я забыл включить секундомер.
Это еще активация Windows. Аж отсюда! Ну, мне нравится, как Патрик едет. Комбо. А, там уже было же свернуть. Так, ну подождите. Я же уже здесь все прошел, поэтому мне по-легкому надо проходить, да? Ну да. Все так и есть. Что-то у меня нога начала болеть. Ой, ой. Так, мне тут неинтересно. А вот это? Как его? Как здесь-то? Патриком или чем? Ну и хули ты туда... Ой, блядь, да давай! Блядь, вот ты жирная с... это... Я понял, короче. Кидаем... сюда... быстрей. Как тебя кидать? Тогда кидай его уже. Так, что ты хочешь? Это особая качалка Патрика, на которой может пользоваться только он. Пусть Патрик подберет метательный фрукт, встанет на розовую морскую звезду, а затем бросит фрукт на другую сторону озера. После этого он сам будет туда переброшен. Ну давай. Ебать, развлекается как может. А вот это что? Это розовый грозовой. Когда Патрик до него дотрагивается, начинается гроза, а через несколько секунд бум. Не стоит рядом, когда он взрывается. Я понял. Спасибо. Так. Ты что, я обратно пришел? Так и зачем? Так, тут еще один. Я хочу уже добраться до этого самого. И что он? А ты можешь сюда подойти? Бля, ты голова, моллюск. Гляди, куда гребешь. Ты сказала. Гала, скала, бля, я уже что-то не... Скала говорит со мной. О, могучая скала, повелевай мной. Да, я здесь. Я внизу, здоровенный розовый болван. О, привет, мистер Планктон. Вы меня сегодня не собираетесь случайно испарить? Такая сообразительная мысль. К несчастью, я оказался в неудобном положении и вынужден тебе помогать. Я вчера тоже был в неудобном положении, и теперь у меня болит шея. Услышь же меня, мой огромный будущий прислужник. Отправляйся в пещеру Медуз. Следуй инструкциям на знаках, которые увидишь по пути. И к выходу из пещеры ты останешься большим розовым тупицей, но будешь знать достаточно для того, чтобы победить роботов. И вернуть мне мой... мне помойное ведро. А потом ты меня испаришь? Может, я пощажу тебя и заставлю работать на своей патагонке, где ты будешь шить низкопробные поддельные кошельки. О, спасибочки. Ну, это Патрик, да, он долбоёб. Ладно. У нас тут есть кое-что, что нужно взорвать. Так, блядь. Так. Опа. В пизду, короче. Пошли. Сейчас я его разытался. Что пишут? Если вы подпрыгнете, нажмите дважды, Патрику ударите на землю пузом. Все, пошли. В пещеру. Пещера. Ёбаный. Патрик, а ты брать можешь эту хуйню? Ой, нет, не можешь. Я понял. Тихо, тут же была эта желтая хуйнюшка. Да возьми ты ее, ну возьми. Блять, ебаная звезда. Медуза.
Успел так, что там? Отлично. Надо быть внимательным, ты же помнишь, надо быть очень внимательным. Очень сильно внимательным здесь надо быть. Ну, конечно же, это не долетит сюда, да? Долетит. Это хорошо. Это замечательно. Арбузы в воде, кто-нибудь видел? Это морской арбуз, ты знал? Это, блядь, морской арбуз. Еба, это что такое? Тут надо, короче, две, так понял, да, сразу рубить. Да возьми. Так, ну тут тайминги, обычные тайминги, что, пошел, 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 все, взял. Блядь. Да, ёпта. Блядь. Бери. Блядь, да зачем ты его... Патрик! Отсюда! Да нахуя? Ну зачем? А отсюда-то? А где там это планктон был? А, вон он стоял. Бля, его даже не заметил. Слышь, да это бред. Нахуя так далеко идти-то? Ну зачем? Что я хотел вообще там собрать? Это арбуз этот. Пошел нахуй. Я не буду собирать ничего. Потому что... Зачем? Я стараюсь, играю, прохожу, а это вот тут мне. Значит, понимаешь. Жизнь не убирает. Я хотел сказать. Вот мне надо вот ту хрень сбить, да? Получается. Вот я что и делаю. Бегу. Беру. Хуй я его беру, потому что оно не берется. Уничтожаю эту медузу. Потом. Опять беру блядский арбуз. Ой, повезло как. Ой, как повезло. По-братски бери его, Патрик. Прыгаю. Прыгаю по пробкам. Туда. Кидаю. Попадаю. Собираю. Бегу дальше. Чекпоинт. Заебись. Здорово. Ой. Ой, блядь. Шары. Да шары ебаные, хорош. Да хорош. Чё за этот самый, за... Тихо. Сука. Опа, нихуя. Бери, блядь. Кидай, блядь. Куда ты кинул? Ну ты в натуре, Патрик. А чё, в смысле, в натуре, чё он? Давай. Я подожду. Я не тороплюсь. Надо собрать трусы нам. Я говорю, трусы собрать надо. Метательные фрукты также могут быть... также могут своим весом активировать нажимные плитки. Да бери ты его! Что? А как мне вот эту хрень сбить-то? Никто не знает. Чё тут? Патрик также может прыгать на метательные фрукты, чтобы забираться в труднодоступные места. Это надо еще косту. Ах.
нам. Интересно. Да возьми его. Что за коробка? Не надо мне туда. Опа, опа, опа. Трусы собираем, блядь. Трусы нужны. Обосрёмся еще куда. Ой, блядь. Ой, нахуй. Трусы собирай, говорю. Мы тюз... Блядь, ну нормально, покатались, ничего, неплохо. Мне понравилось, мне похуй. Это чё? Мы уже вон... Это замораживающий фрукт. Патрик может подбирать замораживающие фрукты и бросать их. Замораживающие фрукты на некоторое время замораживают слизь. Патрик может скользить по замороженной слизи, пока она не растает. Здорово. А ну-ка. Сказали, что ты можешь скользить. Давай, 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 давай обратно. Короче, это только Патрик, да, может делать? Блять, по 15 секунд это, конечно, мало. Ебать, он счастливый. Ну и все. Ты чё, блядь? Так. Это чё? Если Патрик наносит удар животом, рядом с роботами он может нанести удар, нанести им урон или Короче, я понял. Обездвижить их... Ой, блядь. А! Тут серьезные эти. Да в смысле? Еще один. Нормально. Надо всех их убить, чтобы не было... Ну, чтоб не было никого, короче. Хотя, если я умру, все равно не появится. А нормальный живот у Патрика. Так. Нам надо придется брать эту канистру. Бля, опять они. А как они там? А, это хрень же там. Вот сука. Да ну хватит. В смысле, а там что вообще? А, так мне туда надо было? А там что было тогда? Но! Привет, Сквидвард, говорит, ты ищешь короля медуз? Да. Славно. Этот монстр всех посетителей моих в корму прижалил. Говорят, его можно найти на вершине старой горы Спорк. Иди и загарпунь эту тварь, салага. Ну и ну, мистер Крабс, я попробую, вдруг получится. Сука, куда идти-то? Куда? Где? Туда, сюда. Опа. А, это я обратно иду. Я понял. Сори. Патрик, нам обратно. Нам обратно, Патрик. Игру чисто на проходить, я так думаю, на стриме надо. Это что такое? Горчица? Серьезное оружие. Короче, несколько раз надо его бить. Мы поняли. А ну, трусы. Отлично. Так, там еще трусы, но у меня, по-моему, их... нет, еще одни. Еще one more трусы. Ба-бам. А куда дальше? Сюда. Да ёпта, я чё, блядь?
Я жму главное это все. Ладно, труселей полно, так что. Ой, да. Как вот так вот? Иди сюда, сука. Вот, все нормально. Привет, миссис Пав. Привет, Патрик. У меня для тебя задание. Я нашла золотую лопатку, но роботы вон на том острове украли ее и забросили в озеро. Если сможешь сообразить, как ее вернуть, будешь большим молодцом. Само собой, миссис Пав. Сообразить, блядь. Патрик, и сообразить. Ну ладно. Короче, пойдем. Чё говорите, туда, значит? А я откуда пришел? Для начала, оттуда. Лопатку достать, да, значит? Миссис Пав попросила достать лопатку. Хорошо. Ну, хуй мы ее достанем. Миссис Пав, я считаю, что ничего не получится. Этот идол, губки Бобу, придется подкрасться к нему, чтобы уничтожить. Для того, чтобы краса, слегка сдвиньте. Патрик может бросать ему предметы на расстоянии. Какие предметы мы можем с тобой бросать? Миссис Пав. Здравствуйте. Не хотите ли быть брошены? Так, вот этого нам. Да как так-то, ёпта? И на этом Патрик закончил свою миссию. Да, думаю, надо поменяться немного ролями, дабы поиграть немножечко за Спанч Боба. Только я не совсем понимаю, зачем мне надо сюда. Ну ладно, это я собираю. Но... То есть она сказала, что надо вот туда, на тот остров, или на воду, или куда-то. Но на воду нам не вариант. Я уже просто хочу пройти. Я уже собирательством вот этим. Спидран. Иха. Не жульничайте. Чуть-чуть можно. Отлично. Like так. Куда там? Надо на большую гору идти. Четко, блять, опять это палка это. Да чё, почему? Жизни мало, мне нужно больше жизни. Бэ! А чё за хуйня? Чё вас так много, слышишь? Ну все, я сдох. И сейчас мы появимся где? А, нет, недалеко, кстати. Здесь. Что-то мне поначалу она нравилась, эта игра. Сейчас что-то как-то уже не очень. Не знаю, не могу я играть. Вот кто может играть в игры, даже вот если ему не нравятся, например, ему игры. А вот он играет. Вот и все. Я победил. 150.
Поехали. А, то есть тут еще не просто так. То есть это принудительно обязательно. Ну ладно. Так, и здесь опять Патрик. Или я и должен был играть Патриком. Но надеюсь, это, ну, не важно, кто кем играет. Патрик, Шматрик. Вот туда бы, конечно. А как попасть туда? Я понял. Чё, кого ебать? О, да, блядь. Я застрял или чё? В смысле? Где эта машина по созданию? I feel like a new sponge. Я не хочу. Так. Fresh, like a spring breeze. Свежие трусы. Ах ты, сучка. Да сука. Да ты сука. Пошел вон. Давай сразу мне этот самый делай. Где он? Убери свою. В чекпоинт, чекпоинт. Чек, блять, поинт. То есть надо было по-любому Патриком играть, да, здесь? Ну ничего страшного, переживет. Это похоже на чей-то язык длинный. Так. То есть мне надо... Ну ладно, сейчас. Я думал, мне нужно, короче, 100% туда, наверх. Но только зачем? Сюда. Так, подождите-ка. Одну секундочку. Вот. Ждем. 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 Еще ждем. Нам вон в ту пещеру, вон там. И на счет три. Побежали, 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 побежали. Отлично. Отлично. Так, отлично. Хули дальше? А что дальше-то, блядь? Так, а что дальше-то, я не понял. И зачем я сюда пришел? Там же пещера была какая-то, нет? Нет, все правильно, я шел. То есть надо было мне, скорее всего, прыгнуть. Ну, хотя можно, конечно, взять было Патрика, положить сюда лед, прибежать туда и забрать эту веревочку, либо попробовать вниз сейчас пойти. Я, конечно, не знаю, но попробую. Давай, 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 падай. Нет времени ждать. Так. Вот сюда. Что будет, если... Я сейчас... Подожди. Губка Боб может запрыгивать на стены, когда появляется этот значок. Прыгните в направлении стены. Короче, ассасин. Нихуя себе. Ну и все. А я переживал. И ты переживал. Все, блядь. А, ты еще тут. Да не ссы, кого ты ссышь-то. Так. Король Джеллифиш. Короче, мы с тобой пришли убивать эту
Медузу. Медузу. Бабл Бадди, ну и... ну, сегодня все пытаются помочь. Будь осторожен, пойдешь по этой тропинке, и до короля Медуза будет рукой подать. Удачи, она тебе понадобится. Спасибо, Бабл Бадди. Бла-бла-бла-ди, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Чё, пошли, бля, трусы собирать. Трусов дохуя, можно не переживать, что обосрёшься. Так. Кажется, кто-то пёрнул. I knew the king jellyfish was big, but who knew he had such a beautiful voice? Ебать, чётко. Отшлёпай, говорит его. А чем-то, ёпта. Понятно. А чем шлёпать-то? Я извиняюсь. Ух, нихуя себе. Так, трусов мало. Я пошел за трусами. Я, конечно, извиняюсь, а как его шлепать-то? Как тебя шлепать, сэр? Ты хоть, блядь... Да как, блядь, ёпта? Отшлёпай, говорит его. Бля, подожди, это нужно когда... Тихо, трусов нет опять. А мне их нет. Слышь, Бабл Бадди. Уверен, что готов помериться силами с королем Медузы? Ещё как. Какой-нибудь, может быть, там секрет есть? Как его там победить-то? Я что-то... Я просто... Это... Отшлёпай, блядь, его. Тут есть один вариант, когда он прыгает. То есть, когда он пытается вот... Вот это сделать, и только и тогда его вариант шлёпать. Бля, одни трусы остались у меня. Одни трусы. Всё, пизда. Ах. Ну ладно. Не, ну... Отшлёпай его. Так а как отшлёпать-то? А, вот как. Ударьте его снова. Ты злишься, сучка. В смысле, у тебя вода... Понарожал медуз, блядь. Не успел, сука. Давай. Давай. Отлично. Завершающая плевуха. А это что за синие какие-то? О. Fresh like a spring breeze. You've just met the Sponginator. Давай прыгай. Да псучка. Давай. А как, блядь, да как так-то? Чё ты за этот самое? Не, ну я не хочу рисковать сейчас. Я возьму с собой трусы. Немного не успел. Ну сейчас он плюхнется, попробуем еще раз. Давай. Так, блядь, бля. Чё за бред? Блядь, последние труханы остались. Как бы, ну, как бы не тяжело, но...
Ты прикинь, блядь. Да как ты так-то делаешь это? Все. Больше трусов нет, все, уходите. До свидания, блядь. Пизду. Лови медузу. Какая-то хуетень мы с тобой получили. И трусы. Так, мы сейчас с тобой спустимся вниз. И... на языке опять. Четко надо проезжать. Четко. Почти. Я там еду вообще? Блять, не там. Да-да, я сам зайду. Куда ты меня тащишь? Спасибо. Хуя себе. Ой. А вот там внизу чё это? Не туда надо, вниз или чё, или куда? Тихо. Лопатка. Слушай, ну тут чекпоинта будет. Я думаю, на сегодня уже пора и закончить-то. Чтоб нет-то. Медузу победили, победили. Ебать, Крабс. Смотри, кажется, тебе неудобно. Тебе нужно повыше подпрыгнуть в конце этого ската, чтобы добраться до этой золотой лопатки. Кавабанга! Ничего себе прыжок, надеюсь, я справлюсь. А, в смысле, с этой хуйни. Ты про это, да? Окей. Блять, не туда. Лопатка же там осталась. Хуй на эту лопатку, короче. Ладно, короче говоря. Вон впереди стоит Сквидвард. Я сохранюсь. И на этом попрощаюсь. Мы с тобой победили медузу, нихуя себе. Короля подводного бикини-ботом практически. И на этом все. Подписывайся, ставь лайк, если понравилось. Не понравилось, тоже ставь дизлайк, комментируй. В общем, поддержи канал-то. По-братски, пожалуйста, прошу тебя. Угу. С вами был Тимофей. И пока.